Вот сколько я живу в Николаеве, так получилось, что ни разу я не побывал в мастерской Макушиных. Но вот не получалось. Так случилось в жизни. И вот сейчас я с удовольствием здесь присутствую с оператором Юлей. И мы снимаем этих прекрасных творческих людей. Мы расскажем об этой семье и расскажем о каждом из этих людей и художников. Первая – мама Инна Викторовна Макушина. Мама – это наш святой человек в нашей семье. Без мамы мы – это не мы. Я же скульптором не сразу стала. Мы были живописцами с Макушиным, а скульптором стала случайно совершенно, потому что в училище меня приняли на скульптуру. А Макушина приняли на живопись. Все наоборот. Все наоборот, да. И так как у нас в разных местах была вот это, в Ленинграде мы учились, он в одном месте, я в другой, он решил перейти на скульптуру, да. Чтобы я одна не была там, на курсе. Так как мы учились на разных факультетах, она на скульптурной, на живописном, я пошел ее попроведать, посмотрел, боже мой, там одни мужики, красавцы, парни, и все ухаживают за ней. Я быстро перевелся, написал заявление, и так и сделался скульптором. Мы встретились с Макушиным в студии. И за студией была сейчас, вот где этот самый, ну как, синагога, там была и за студия. Ага. Да, там был Дом творчества, и там мы с Макушиным встретились. Я была в 10 классе, по-моему, еще не кончила школу. Или кончила уже, я вот не помню. Да, кончила, наверное, 58-й год кончила. Вот, и мы там встретились с Макушиным. И с тех пор 2 года мы с ним встречались, а в 61-м году поженились и поехали в Ленинград поступать. Ах, вот какая великолепная история. Вы вместе, вдвоем себе сделали творческую жизнь, да? Да, мы в 61-м году поженились, поехали в Ленинград, поступили в училище художественное. И с тех пор вот мы все время вместе. 55 лет. У нас училище было вечернее, мы работали. Утром мы работали, вечером шли заниматься до 2 часов до 11. Жили в пригороде, ездили ночью, в озерках мы жили. Ночью мы пробирались в свою берлогу, у нас была там халабуда такая, ну, времянка. И вот мы жили во времянке в училище, когда были. Так что мы трудную школу прошли.
Ну что, родители не помогали вам? Не, ну помогали. Чего помогали? Мама работала в этом в родине кинотеатре и помогала нам сколько-то, немножко. А потом уже нам не надо было. Мы работали. Мы же работали и учились. Тогда же не надо было платить за учебу. Вы как женщина почувствовали, что Макушин – это надежный человек? Ну, наверное, с самого начала, потому что мы настолько, вообще мы настолько прижились друг к другу, что нас вообще в училище называли «братья Макушины». Мы были братья Макушины, потому что мы все вместе делали, вместе ходили, вместе, ну все вместе. Но за это время все-таки жизнь какие-то подножки ставила крепкие? Как вы, как это было и как вы выкручивались? Ну, было, единственное, трудно было, когда Макушин работал кочегаром, а я ему помогала. И вот моя мама, как приехала в Ленинград, как увидела, что я помогаю Макушину, значит, я ему нагружаю эти ведра с коксом, он выносит, я нагружаю, он выносит. Вот она как увидела, что мы в таком состоянии живем, говорит, домой поедешь. Ну сколько, сколько ведро весило и сколько вы весили тогда? Я не помню, но это, ну в принципе было тяжело, он всю ночь дежурил. Вот, и это самое, и мама моя была в ужасе. Ну, нам нормально, молодые были, нам ничего не страшно было. А для мамы это было ужасно, потому что, во-первых, ну, работали мы с утра и до вечера. У нас не было, выходных не было. В выходные мы ходили на этюды, там места красивые, мы ходили, рисовали. Вот, и мама сказала, значит, поедешь домой? Я говорю, не, я останусь тут, никуда не поеду. И вот так мы. Ну, потом мама привыкла. Макушин с третьего курса слинял в академию, а я решила зарабатывать деньги. Я кончила училище, и меня направили в Горелово, в тюремную школу. А где это Горелово? Горелово под Ленинградом. Ага. Знаете, Горелово, Неелово, вот это да, там. Да, вот так, к Красному селу. И там, значит, мы с Макушиным пошли в эту школу, в лесу, тюремная, тюрьма. И меня направили туда вести черчение. И меня когда увидели, эти самые, ну как, кто меня принимал там, говорит, не, нам женщина не надо. Ну, у меня вид был очень несерьезный, ну вот такая шапка, триух такой, байковое пальто, валенки такие, ну студенты. Ага. Вот, и сказали, что нет, и меня потом перестали в Красное село, я в школе преподавала дневной и в вечерний.
и черчение преподавала. Это было ужасно. Черчение для меня – это ужасно. Почему? Потому что орелные линии для меня провести – это кошмар какой-то. Ага. Макушин мне рассказывал чертежи, и я рассказывала потом своим этим школьникам. Да? А когда я уже не знала, чего делать, я их рисовала. Я их рисовала на доске шаржи на них. И вот я рисую шаржи на доске, заходит зауч. Этот класс ржет, смеется, да? Что такое на доске нарисованы шаржи? Ну, в общем, я преподаватель была никакой, конечно. Это кошмар какой-то. В Николаеве как вы творчески утвердились? Как художница, как скульптор? Ну, я утвердилась просто, потому что Макушин был уже здесь. Макушин был здесь в 71-м году. Mm-hmm. Да, он уже приехал, а я в 71-м году, у меня Витя родился в 71-м. Я mm-hmm. приехала сюда, здесь я год была, в декрете была год. И потом уже поехала доучиваться, а Витя остался с папой, с бабушкой. Мы здесь жили, вот здесь же, вот где мастерская, мы здесь жили. Угу. Здесь был одноэтажный домик, и вот тут мы жили. Я рос в этой мастерской с раннего детства, поэтому, когда именно произошло, когда я карандаш взял в руки, очень тяжело вспомнить, потому что это было очень, очень рано. Вот. А относительно музыкального инструмента получилось очень интересно. Я учился на фортепиано вообще, учился в первой музыкальной школе Римского-Корсакова. Вот. А потом был перерыв у меня, получается, я уехал в Ленинград учиться, и был перерыв от музыки лет 8 вообще. Но флейта мне всегда нравилась. И как-то самоучкой начал постепенно осваивать флейту. И вот потом в музыкальном училище мне несколько уроков дал Колесников Владимир Петрович, класс флейты в музыкальном училище, постановку мне сделал. Вот. И самостоятельно я дальше работал, и как-то такая вот вторая профессия у меня обрелась как бы параллельно музыканта. Одна школа, Академия художеств, разные преподаватели, разные подходы. У меня, скорее всего, полет, блеф, композиционно какие-то решения. У нее школа вставить все на место, скульптура любит, чтобы это все было конструктивно, все закономерно, никакой фальши.
А я вообще вру все время. Вру, чтобы это красиво было. И вот эти вот притирания у нас до сих пор находят общую... То есть результат получается общий. Я делаю композицию, и на Виктор наставляет все. Я сопротивляюсь. Ну, выходит, как она сказала, так и выходит. Совместные работы есть у вас? Конечно, мы вот «Солдата» делали вместе. Потом там человек «Комсомол», и да, там много, все работы. И даже и «Маугли» мы делали вместе, потому что у нас же всегда очень надо к сроку сделать, а один человек просто не в состоянии это сделать. Работы большие. Ну вот «Солдат. Новая Одесса» все-таки это мощнейшая работа, это вообще так крупно, что это поднять может только очень большой скульптор или большие скульпторы. Ну, это даже не так, а просто мы... Дело в том, что мы не боялись. Мы не знали трудностей, не знали сложностей, как это все сложно. Это действительно сейчас вот уже по прошествии времени уже понимаешь, насколько это было все тяжело и насколько это было рискованно. Рискованно можно было не успеть, можно было что-то не так сделать. Это было рискованно, но молодые были и не боялись как-то. Макушин тут вообще ничего не боялся. Он и шел там, добивался, чего-то требовал. Он все время там боролся за то, чтобы сделать так, как он хочет. Потому что сделать вот из металла так, как он хотел, там говорили, надо лить, надо отливать металл или надо по-горячему рубить его. А Макушин сам придумал, вот как мы сделали его, это его. И идея делать раскроем, как мозаика. Он весь, как мозаичное это сделано полотно. Все наши работы общие. Конечно, все, что связано с животными, собаками, кошками, пантеры, это область не моя. Инна Викторовна, композиция, чувствует их, чувствует взгляды, чувствует ум, разум. Я делаю каркас, я формую, то есть грубую работу я выполняю. Как такого прямого образовательного процесса не было, это было опосредованно. То есть я видел своими глазами, как происходит создание скульптуры, как происходит создание картины. Вот. И когда я что-то делал, то есть мне подсказывали, как это все надо делать, но это было все как-то без давления, без каких-то без заставлений, насильно, так сказать. То есть мне хотелось быть... Я знал, что я буду художником. Так же и музыки. Ну да, это как-то все само собой получилось, не знаю. То есть было желание, я работал, получается. И результат как-то сам не заставил себя ждать, То есть благодаря личному труду и личной работе.
А в общем, и хорошо, что мы разные. Она женщина, я мужчина. Но я не женщина, она еще и мужчина. Ну, помогает вы? Вместе ворочать гранит, формовать на ее плечах все. Я почиваю на лаврах. Все время, в советское время, это работа Макушина. Это работа Макушина, хотя она делает. Витя уже столько работ сделал. Это Макушин Юрий Андреевич. Это Макушин Юрий Андреевич. То есть завоевал, и мне все приклеивает. Я почиваю на лаврах. Мы всем довольны. Мы ни на что не жалуемся, вообще никогда не жаловались. Искусство, оно, я не разделяю, в принципе, скульптура, живопись, музыка, оно все переплетено настолько тесно, поэтому как бы трудно сказать, что, так сказать, что влияет на творческий процесс. Что бы с вами было, если бы вот это все у вас забрать? Ну, это было бы ужасно. Мы без того, что здесь находится, вообще не представляем себе жизни. Это наша жизнь. Это мастерская, это жизнь художника. Если ее нету, значит, все, художника нету. Мечта конная статуя – это мечта всех скульпторов. В истории вот был такой Гудон, скульптор великий. Он сделал много скульптур Вашингтона, Джорджа, и мечтал о конной статуе. Но не удалось. Фальконе сделал конную статую. Наши советские скульпторы сделали конную статую. И мы бы хотели тоже Николаеве, нашему Потемкину. Он велик. Мы обязаны ему, что мы в этом городе. И была бы конная статуя нашему Потемкину. Где поставите? Конечно, Соборная и Адмиральская, где стоял Ленин, да, маленький Ленин, тот памятник. Все мы художники, как бы, как мой отец сказал очень хорошо, что есть не конфликты, есть противоречия, да, творческие. То есть, как бы это нормально совершенно. То есть, у меня своя точка зрения на определенные вопросы в искусстве, да, и как бы другие какие-то свои критерии, может быть. Но все равно у нас никогда не было конфликтов таких вот в обычном понимании, да. Просто какие-то споры творческие, да, они присутствуют всегда в творческой среде. Ну вот, конец этой передачи. Ждите следующую, где героями следующей передачи будет отец и сын Макушины. Кто первый? Да я не знаю. Как получится? Смотрите нас.